Доброго времени суток, уважаемые любители спорта, болельщики московского «Динамо» и люди, которые интересуются спортивной атрибутикой. Сегодня покажу вам один вымпел, который недавно получил, но он того стоит. Я думаю, вам он тоже понравится. Итак, новинка моей коллекции. Вот такой вот вымпел. Смотрим. От динамовских спортсменов, призеров и чемпионов и призеров Олимпийских игр в Пекине 2008 года. И вы видите, что на вымпеле, правда, не очень хорошо видно, шариковой ручкой в основном автографы этих вот спортсменов, динамовцев, которые отличились на тех Олимпийских играх. Замечательный большой вымпел, чудо какое-то, что я его вообще смог достать у одного из людей, продавцов на Авито, заказал. И совершенно не очень большие деньги для такого раритета, я уж вам признаюсь. Вот. Но тем не менее, расшифровывать пришлось вот эти автографы, потому что, во-первых, они не очень четко, но здесь вам не очень хорошо видно. Здесь, конечно, они немножко мне лучше видны. Тем не менее, расшифровал я практически все. И сейчас вам прочитаю, какие здесь на этом вымпеле автографы и каких спортсменов. Мигунова, легкая атлетика, призерка, правда, дисквалифицированная эстафета. Вот. Марина Кузина, бронзовая призерка, московская динамовка, баскетболистка. Полностью вся сборная, не вся, а именно динамовская часть олимпийских чемпионов по синхронному плаванию. Ищенко, Ромашина, Громова, Хасянова, Овчинникова. Хасан Бероев, вот его здесь автограф, призер по борьбе. Далее фехтование, олимпийская чемпионка. Вот даже здесь как раз маркером единственный автограф. Это Никишина, олимпийская чемпионка по фехтованию в командном зачете. И далее Федорива, 4 по 100 метров, тоже дисквалифицированная эстафета. Золотая эстафета российская. Ну, Светлана Феофанова, прыжки с шестом. Ее автограф здесь. Это призерка бронзовая Олимпийских игр. Далее Алена Карташова, серебро в вольной борьбе. Дмитрий Лапиков, тяжелоатлет, бронза. И боксер Балашкин, тоже бронзовый призер. То есть целая россыпь звезд спорта оставили свои автографы здесь на этом вымпеле, чему я очень рад, и рад, что теперь я владею такой замечательной вещью. Спасибо за внимание, на сегодня все. Смотрите мой канал, болейте за московское «Динамо» и коллекционируйте атрибутику нашего любимого московского «Динамо».